Ну, не то, что мы не растерялись, а давний мой подписчик Репа, который неоднократно на очень много моих громких событий делал разные мне подгоны, сделал еще один, и он на 10 миллионов. Нам нахуй никакие кнопки не нужны, короче. У нас есть своя самоделочка, аккуратненькая, бриллиантовая, посвященная на 10 миллионов. Обойди. Тут все очень официально, брат, я тебе клянусь. Я думаю, даже после этого видоса YouTube начнет производить вот такие, начнет уважать инфлюенсеров, которые снимают контент у них. Давайте поднимать, страшно, сейчас упадет, давайте поднимать. Нет, смотри, куда мы должны ее... Все, вот это идеальное положение, вот это здесь сейчас это идеально. Закрывайте дверь, глушите машину. Выбегай из него. Поднимайте сейчас. Да ебать, ребята, это настолько высоко, это просто... Это, пацаны, страшно, хуя, мне очень страшно это. Миша, отойди, Миша, отойди. Да нет, слышишь, вот даже сейчас, если она сейчас нас убьет. Убьет, реально. Сразу это... Я не хочу! Поехали! Раз! Два! Три! Бросаешь! Осторожнее, доверием, сержант. Близкие ранят больнее всего. Главное — научись доверять себе. Ты хочешь стать лучше меня, Джонни? Попрощайся с этим легендарным экспонатом! Проходите, не стесняйтесь! Она будет сегодня уничтожать, консолидироваться с этой планеты не классическим способом, да? А я не хочу быть человеком. Люди злые. Лучше я буду просто игрушкой. А очень страшно, вот на этом расстоянии, вот... Вот даже гадать не хочется. Мне кажется, легко может повернуть боком. Ну, по идее, она вот идеально по центру должна крыша приземлиться. Все работало. Если сейчас не сработает, значит, я был талисманом. Удачи. О, начинается. Надо, чтобы об этом событии узнали люди! Ну да. А, ты фоткаешь? Крикни, что бочка летит. Сайт, крикни, что бочка. Летит бочка! Бля, брат, ты пацаны, не гоните. Погода хорошая. Минус 30 где-то за бортом, дорогие друзья. Но сегодня нас согреет наш доблестный энергетик, брат. Lit Energy. Ой. Однако хороший. Чувствуете вообще, что грядет сейчас, парни? Я тоже чувствую. Делай! Она будет сегодня уничтожаться, утилизироваться с этой планеты не классическим способом, да? Ебать, парни, держи! Я думал, отремонтировать можно будет. А что ты не сказал, что я...
Брат, слышишь, движок целый остался в лягушонках. 100%. Смотри, брат, это далеко не все. Короче, сейчас кто-то по ту сторону экрана, а именно ты, дружище, потенциальный владелец вот этой машины. Эксклюзивные тройки универсала, которые не поставляют вообще в Россию, в новом кузове, на обвесе. В М-пакете, брат. На черных катках. Ну, короче, ну соска, корабль. Ты шаришь, ты как бы в искусстве, да, в эстетике понимаешь, брат. Это ты. Идиот, реально. Давай уже сделаем это. Давай просто, вот сейчас просто бочком так встаем на... Пойдем поинтересуемся. Слышь, мужики вообще сами подпишутся на эту тему.